Всем привет! Сегодня небольшая открывашка. Посылочка интернет-магазин. Что это такое? Tactical Gear. Вот так вот он называется. Здесь небольшое, но очень нужное устройство. Снаряжка. Значит, пакет пока нам не нужен. От компании Condor. Подсумок для патронов 12 калибра. Вот так это все выглядит. Вот такой вот подсумочек. То, что у нас на этикетке. Стоит недорого. И достаточно функциональная вещь. Значит, саму идею этого подсумка подсмотрел на канале Романа, он из Бишкека, у него канал на Ютубе есть, на котором показывают всякие интересные приколюхи, стрельбы, матчи, ну, такой наш человек. Вот, я ссылку на его канал обязательно дам в описании к этому видео, зайдите, посмотрите. Канал всячески достоин внимания, и в том числе вот такой вот подсумок от компании Condor мне там увиделся. Подсумок на 25 патронов 12 калибра. Почему именно он? Ну, есть мысль немножко заняться тактической, прикладной, самооборонной стрельбой. И дело в том, что, как правило, в таких видах спорта всяческие спортивные подсумки, например, вот эти вот стриперы, они не допускаются. А вот такие вот подсумки по типу этого Condor очень даже ничего. Ну, давайте посмотрим, и чего здесь, как устроен. Значит, двухсекционные стропа моли на кнопках сзади. Крепим либо на разгрузку, либо на тактический пояс, либо еще куда-то. Ну, либо вот так вот просто вот на ремень. Кто на что гораст. Дальше здесь клапан на велкро липучки плюс страховка на кнопки, причем в две положения. Дальше все это дело у нас открывается, и имеем вот такую вот систему подвески 25 патронов 12 калибра. Ну давайте сейчас, тут у меня как раз имеется такое количество боеприпаса. Первый раз абсолютно оперирую с этим подсумком. Понятия не имею, как это все правильно должно быть. Значит, здесь у нас стропы. Да, подрезиненные. Значит, сюда укладываем по очереди патрончики. Вот это еще для одного патрона. По 4. Вот такая вот штука. Ну, смысл, в общем, этого подсумка для того, чтобы вы могли одновременно перенести, ну, как видим, пачку патронов, то есть 25 штук, довольно-таки серьезное количество. При этом эта пачка патронов имела оперативный доступ. То есть, другими словами, в перчатках неудобно, сниму пока. Ну, это только снаряжать неудобно. Вполне возможно, что извлекать их оттуда будет вполне. Смысл в том, что вы переносите достаточно большое количество патронов, в данном случае в одном подсумке их 25 штук. А может быть, таких же подсумков и несколько, например, 2 или 3, да? Вот. И к этим патронам при определенной манипуляции быстрый доступ. То есть вы расстегнули, сбросили велкро, и у вас выпала вот эта вот штука. И, пожалуйста, сразу доступ к патронам имеем. Насколько это удобно, насколько эффективно, насколько это можно применить на практике, я право слова не знаю, потому что приобретение вот новое. Я никогда до этого не пользовался. Вот. И в качестве хранилища оперативного запаса патронов использовал либо, там, например, вот этот вот ремень с клипсами, либо стриперы, либо еще какие-нибудь вещи. Но вот такой вот подсумок для меня, безусловно, это новинка.
Единственное, что вот пока и сразу меня немножко напрягает в этом подсумке. Ну, как напрягает? Не то, чтобы прям так очень. Но, господа, 25 патронов вот, да, довольно-таки маленьком объеме. И все это на двух стропах моли. Я не знаю, будет ли это удобно, или это будет оттягивать, или это будет перевешивать, я не знаю. Но, опять-таки, опыт... опыт использования я не имею. Хотя с другой стороны, вот этот подсумок от компании Кондор, я так понимаю, что это уникальная разработка, потому что подобных подсумков именно такой системы я у других производителей не встречал. Как говорил Саша из Флориды, Майами, Кондор — это дешевый Китай, но тем не менее американцы покупают с удовольствием, потому что более или менее приличного качества. Итак, здесь 25 патронов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть секций по 4, плюс 25-й, вернее, патрон таким вот образом собирается. Это закрыли, и здесь сбоку вот на липучечках. И здесь, что здесь, на кнопку надо что-то. Вот так. Вот в таком объемчике пачка патронов. Все это на пояс, на ремень, на разгрузку. Кого как хватит фантазии, умения и необходимости. Ну, в дальнейшем попользую, посмотрю, насколько это удобно. Смысл. Ого. Открыли клапан, и тут же нам открывается доступ к 5 патронам, которые у нас, вот, пожалуйста, 4, 5, и здесь еще 4. Если мы дальше отрываем, то имеем доступ, дальнейший доступ к остальным патронам. Ну, не знаю, выглядит очень так концептуально, вполне возможно, что имеет право на жизнь. Ну, посмотрим, разберемся, попробуем.